Доброго времени суток. С вами генерал Натлис Бегут, командующий армией джунглей игры Jungle Heat. Это видео посвящено небольшому обзору нового обновления, которое сделало всех игроков в игру Jungle Heat, играющих со своих iOS-устройств, айфонов, айпадов и айпэдов, более счастливыми игроками. И небольшому конкурсу в конце. Ну так вот, что же принесло нам свежее обновление? Во-первых, оно принесло нам новые уровни зданий. 10-й командный центр. 8-й Иерихон. Огненную башню, да и куча всего еще. Здания теперь стали черно-золотыми. Такими стильными и, на мой взгляд, более устрашающими. Да, красиво выглядит. Да, кстати, новый клановый штаб. Стал вмещать еще на 5 юнитов больше. Теперь мы можем обмениваться большим количеством юнитов. Дальше. За первую победу в день, то есть за самую первую победу, которую вы делаете сегодня, завтра, послезавтра и каждый день, вам теперь будет начисляться большой денежный бонус. Серьезно большой и ощутимый. Так что победите обязательно и посмотрите. Плюс удвоение турнирных и рейтинговых очков за эту победу. Далее. Появилась новая противовоздушная оборона в виде дирижабля-бомбы и воздушной торпеды, которая в пух и прах разносит шершней и наносит ощутимый вред вертолетам, которые будут нападать на вас. Изменилась формула подсчета турнирных очков. Теперь турнирные очки даются из расчета сложности противника, которого вы победили. То есть, например, смотрите, вот у меня 60 уровень и рейтинг простой сейчас 369, я его вчера обнулял. И за победу над 34 уровнем мне дадут всего 5 турнирных очков. Но при этом рейтинга дадут 24. Следовательно, чем выше уровень моего противника, тем больше у меня турнирных очков. Ну, за победу, естественно. К сожалению, это обновление сделало, в принципе, не очень выгодным занятие сброс рейтинга. Потому что, в принципе, сбрасывать его теперь бессмысленно, потому что много турнирных очков не наберешь. Нравится только спускаться, пограбить и заработать денег. Дальше. Наконец-то появилась восхитительная такая вещь в клановом штабе. Можно теперь отлавливать халявщиков. Можно смотреть, кто в клане сколько юнитов попросил и сколько отдал. Что отмечается плюсиками и минусками? Плюсиками отмечается то, сколько принял, минусками сколько отдал. Вот, например, у нас в клане есть Мелистар. Отдал почти 500 юнитов с момента прошлого сброса. А каждый новый турнир сбрасываются эти очки. И опять начинается счетчик заново. Так что теперь вы можете наблюдать, кто в вашем клане халявит, а кто нет. И знать, кого выкинуть. И как раз кланам, и халяве в кланах, и вступлением в клан посвящен мой небольшой конкурс. В последнее время очень много людей мне пишет в личку на Ютубе, во ВКонтакте с просьбой вступить к нам в клан. Ребят, прошу прощения, но у нас клан, ну, фулл, и все играют, и, ну, все очень хорошо. Мы с радостью бы вас приняли, но есть ограничение в 50 игроков, которое превышать мы не можем. Вот, поэтому у меня родилась идея небольшого конкурса. Потому что я понял, что есть очень много людей, которые хотели бы вступить в клан, который бы выигрывал в турнирах, развивался бы и оказывал хорошую взаимопомощь. Начну с приза, который будет за победу в этом конкурсе. Приз получит 9 представителей различных кланов. И призом будет небольшое обзорное видео по их клану. В какой форме, я вам пока не расскажу, пусть это останется небольшим сюрпризом.
Ориентирован этот конкурс на тех, кто хочет, чтобы в его клане было больше людей. То есть, например, у вас там есть клан из там 30 человек, вы активно играете, но вам нужно больше людей. И чтобы о вас узнали, вот есть этот конкурс. Для участия в этом конкурсе необходимо, первый пункт, быть лейтенантом либо генералом вашего клана, для того, чтобы быть представителем от него. В клане у вас уже должно быть на момент участия в конкурсе минимум 25 участников, то есть половина клана. А генерал и лейтенанты вашего клана должны быть минимум 40 уровня, то есть 40+. Ну, это показатель того, что вы, в принципе, играете. И в вашем клане должна быть активность. То есть вот также можно было бы посмотреть, сколько вы обмениваетесь юнитами. То есть, чтобы было видно, что в вашем клане действительно люди оказывают взаимопомощь и помогают друг другу. Итак, в чем суть конкурса? Вам нужно, первое, в комментарии к этому видео написать название своего клана, девиз вашего клана и репостнуть это видео из официальной группы Jungle Kid во ВКонтакте к себе на стену. Вот все, что вам нужно сделать. Первые 9 человек, которые это сделают, победят в этом конкурсе. Естественно, если там есть уже 9 сообщений, я бы на вашем месте тоже бы поучаствовал. Потому что многие могут написать это сообщение, участвовать, так сказать, в конкурсе, но при этом окажется, что они либо не лейтенанты, либо не генералы, что в клане у них нету 25 человек, или что уровни у них низкие, или что они вообще юнитами друг с другом не обмениваются. Поэтому чем будет больше, тем лучше. 9 самых первых, которые подходят всем требованиям, побеждают в этом конкурсе. Плюс заявку внизу и комментарий должен оставлять тот, кто будет контактным лицом, с кем я буду связываться и обсуждать детали данного видео. С вами был генерал Натлис Бегут, командующий армией джунглей игры Jungle Heat. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал на YouTube, вступайте в официальную группу игры Jungle Heat во ВКонтакте, ставьте лайки, репостите и будьте в курсе всех свежих обновлений. Удачной вам игры, офигенных больших грабежей и море фана. Удачи!